Сахал начал новую военную операцию в центральной части сектора Газа. Боевые действия идут в районе Зейтун. Удары с воздуха были нанесены по 25 целям. В первую очередь по огневым точкам террористов, входам в диверсионные туннели, наблюдательным пунктам и точкам снайперов. Помимо этого, израильские подразделения усилили свои постоянные позиции в так называемом коридоре Нацарим, который разделяет анклав. Отмечается, что израильским военнослужащим поставлена задача ликвидировать все опорные пункты боевиков, а также объекты военной инфраструктуры Хамаса и исламского джихада. Президент США Джо Байден открыто угрожает Израилю прекращением поставок вооружений и боеприпасов, если военная операция в Рафихе будет расширена. Речь идет в первую очередь об авиационных бомбах и снарядах для артиллерии, которые Цахал получает от американских оборонных предприятий. Байден отметил, что тяжелые бомбы используются Израилем в секторе Газы. По его словам, именно такие боеприпасы стали причиной массовой гибели палестинцев в секторе Газы. Правительство Израиля, в свою очередь, обратилось к американской администрации с разъяснением о том, что замораживание поставок оружия уменьшает шансы на заключение обменной сделки. На Красной площади в Москве прошел торжественный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 9 тысяч военнослужащих. По брусчатке проехали механизированные колонны, легендарный танк Т-34, современные образцы боевых машин, доказавших свою эффективность в боях, ракетные комплексы «Ярс» и «Искандеры». На трибунах находились почетные гости, ветераны и лидеры нескольких стран. Завершился парад пролетом пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Штурмовики Су-25 раскрасили небо в цвета российского флага.